Всем доброго вечера. Ну вот, воскресенье кончается, завтра рабочие дни. Вот, если кто-то думает, что человек, например, иностранец, да, приехавший сюда, в Турцию, проживший определенное время, а у меня это продлилось почти 7 с лишним лет, и получивший гражданство, то заботам конец, то это глубокая ошибка такая-то. Да, вы первый этап прошли. После этого идут уже замена документов, а это даже право собственности на квартиру, водительские права, вот, номерные знаки, уже много чего, вот, документов, короче, за получение, кроме внутреннего паспорта, загранпаспорта, вот, и легализация дипломов, какие, если у вас такие есть, вот, у меня еще первый этап закончился почти, это легализация диплома о высшем образовании, вот, Подвчера мне позвонили, чтобы я привез еще диплом колледжа, техникума, который я еще в советские времена окончал. Вот. В Сибири тоже. Вот. Оказывается, это обязательно надо для того, чтобы работать в сфере строительства и эксплуатации зданий. А у меня как раз эксплуатационный, потому что Томский коммунально-строительный техникум. Я вот он диплом, вот этот вот он, сам диплом. Вот. Вот его перевод на турецкий язык. Вот он. Вот он на турецкий язык со всеми делами. Вот это теперь динклик надо будет делать. Динклик. Вот. Потому что иншаат техники лиги, потому что иншаат это вот, который именно это. Но они будут смотреть, что я там еще изучал, тоже, это тоже надо. Вот тут у меня идет наименование дисциплин, это 21 дисциплина, вот, это архитектура, хорошо, благоустройство территории, хорошо, геодезия, хорошо, жилищно-трудовой законодательство, хорошо, обществоведение удовлетворительно, охрана труда, противопожарная защита, хорошо, сантехника, хорошо, спецкурс, хорошо, строительные конструкции, отлично, строительный материал, отлично, строительные машины, отлично, техническая механика, хорошо, техническая эксплуатация зданий, хорошо, нормирование труда и сметы, хорошо, технология организации строительно-монтажных работ, отлично, физическое воспитание, отлично, еще куда. Черчение, отлично. Экономика строительного производства, удовлетворительно. Электронные здания, хорошо. Электротехника, хорошо. Советское право, хорошо. Вот. Диплом, вот она. А, кстати, я что хочу сказать, любопытный, это самое. Курсовые работы тут тоже. Архитектура, технология строительно-монтажных работ, экономика строительного производства, строительной конструкции. Что это самое? Тут у меня выполнение дипломного проекта работы на тему реконструкция лыжной базы «Буревестник». Что удивительно, да? Именно по моему вот этому диплому она была реконструирована еще в те годы советские. Я и практику проходил там, и все. Я там рядом в соседнем доме и жил. Понимаете? Уже после распада СССР. И когда я соседям говорил, что вот эта лыжная база по моему проекту вот реконструирована, они говорили, что я шучу. Понимаете? А это было на самом деле так. У меня есть официальный документ на руках. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот это все надо. То же самое, по той же это самое делать. Программе, чтобы, как говорится,
Денклик это подтвердит диплом здесь уже. И я уже смогу уже работать в государственных учреждениях. И на том месте, где я работаю, еще лучше это самое будет. Потому что я уже образованный человек, имею и высшее образование, и вот такое образование тоже. Так что у меня дипломов хватает. А для вас может быть смешно, но во времена перестройки, когда я открыл свою фирму, я закончил областную еще бухгалтерскую школу. Туда ходили 90 дней. Тоже с отметками хорошо, потому что мне это надо было. Поэтому дебет, кредит, сальдо, это мальдо, это я тоже знаю. Так что я сюда приехал, ребята, с багажом знаний, как положено, работать, а не просто шалтай-болтай, понимаете, туда-сюда. Вот. Мне шеф говорит, да у тебя столько дипломов, ты когда-нибудь отдыхал? Я говорю, отдыхал, тоже времена ходил. Мой папа говорил, говорит, про меня, блин, говорит, где ты успеваешь еще, говорит, ты где-то еще подраться, с кем-то еще что-то это. Ты еще учишься и, говорит, на должности работаешь, такой, говорит, который другим снилось, говорит. Ты почему, говорит, это ты? Я говорю, ну, отец, везде надо успевать. Вот такие дела. Всем хорошего вечера, ребята. Пока.